Чика, с вами Крукс. В этом ролике моя бабушка Люба будет оценивать внешних сампютуберов по 10-бальной шкале. Я играю на проекте Сампер по Легаси, промокод хэштег Крукс. Ну что, в принципе, пожелаю вам приятного просмотра. Ролик вышел довольно забавным, можете поставить опять же бодрый лайк, подписаться, оставить комментарий. Все, всем приятного просмотра. Ну что, бабушка Люба, твоя следующая задача будет оценивать внешность самп-ютуберов. Что это такое самп-ютуберы? Это некие актеры, грубо говоря, популярные личности. Ты просто будешь смотреть их фото и оценивать их по 10-бальной шкале. Вот чисто по твоему вкусу, нравится тебе, к примеру, тот персонаж или нет. То есть, ну, человек, вот чисто по внешности. По внешности, ну да, понятно. Ты, в принципе, поняла. Никого не знаешь, поэтому поняла. Будем по смотреть. По внешности скажу. Да. А говорить сразу? Да, вот смотри. Ну, красивый мальчик. И прическа у него красивая, и одет он так по-современному. Мне нравится. Да, нравится. То есть по 10-бальной сколько? Ну, 9-10 баллов поставлю. Ну, отлично. Смотрим дальше. Ух ты, какой улыбается, довольный. Ну, тоже миленький мальчик. Сразу видно открытое лицо у него. Улыбается сильно. Так, ну, тоже поставлю так же. Ну, могу 8-9. Вот только он много матерится. А материться, ну, это не люблю. Пусть в будущем он не матерится, потому что у него улыбка такая обаятельная. И глаза такие, и черные смотрят прямо в тебе вовнутрь, как будто бы все о тебе знает. Но не матерись, мальчик. Ну, смотрим дальше. Ух ты! Это что ж он куда смотрит так? Глаза-то вот закатило, о, переносится. Он хочет напугать всех. Ну, я-то не испугаюсь, конечно. Ну, красивый ты, конечно. Но не надо вот этих всяких закатываний глаз и все прочее. Так бы выглянуло на все 100. А сейчас я поставлю тебе где-то баллов 6. Ну, так вот. Вот так вот. Ух ты! Батёк такой. А тут сидит перед ним всякие виноводочные изделия. Алкашка. Ну, алкаш, конечно, я уже чувствую, что он уже такой весь разделся, приготовился. Сразу же приятное с полезным выполнять. Так что, ну, не люблю я алкашей, конечно. Твоя оценка или без оценки обойдемся? 3. Ну, хорошо. Ух ты, какой мачо-то! Ну, ты молодец, конечно. Прическа классная, фигура, вижу, отличная. Весь такой накачанный. Ну, я тебе поставлю здесь 9-10 баллов. Ну, спасибо. Здесь в бабулю. Пожалуйста. Чемоя-то лысенький и наушники нацепил. Ну, ты тоже хочешь показаться красивым. Ну, может быть, ты и хороший человек. А материшься, не знаю, не слышу. Ну, по внешности, ну, какого-то актера мне напоминаешь. Но не могу понять, какого. Все времена еще. Ну, ладно, одет ты, не сильно не раздетый, не все одетый. Как всегда, сумочка за плечами, это у всех современных такая, наушники. Только смотри через улицу, когда будешь переходить. Чтобы наушники, не побили. Наушники нужно отключать, чтобы видеть, что машина едет. Так, значит, ну, всего тебе хорошего. Ставлю я тебе где-то баллов 7. А тому алкашу ты поставила 3. Ага. Да. А это много 3-то? Не, ну 3 из 10 это мало, а ты ему 7 из 10. Ну ладно, чисто. А тоже это... алкаш? Кто он? Ага. Да. Ну тогда давай я другой переделаю. Ну говори. Ты же мне не говоришь, но я тебе, значит, я тебе вот не знаю по виду, не понять, что ты, прически какие-то интересные сделал. Ну ладно, поставлю я тебе 4 балла. О, следующая. Да, девушка. И девушка здесь на фоне берез. Березка стройная, она тоже стройная, смотрю. И волосы у нее, я бы не сказала, что что-то некоторые есть и лысые девушки, и все прочее. Ну, надеюсь, ты хорошая девушка, да? Джинсы. Так, держишь ремня, нет. А значит, держишь пальчиком. Ладно, чтобы не стянули. Ну, в общем, ты мне, в общем-то, нравишься. Я не знаю, какая ты себе внутри, какая ты. Ну, я тебе поставлю... Я бы тоже хотела знать, какая она внутри. Я тебе поставлю, так, значит, сколько? 8 баллов я ей поставлю. Ну, отлично. Ух ты!
один недовольный, а другой рожицу корчит, что себя узнал или там что-то взял, увидел кого-то, что испугался, что ли. Ну, себя фотоет. А себя фотографирует? Ну ладно, вот я не люблю, когда себя вот селфи-то эти делают. А тот-то тоже подражает что-то, решил тоже, кто кого возьмет. Ну ладно, ставлю я вам двоим. Так, сейчас скажу, сколько. Ну ладно, это тоже одето, это нормально. Лицо, прическа, все, только губы квасите, глаза, значит. Ну, за это ставлю вам 5 баллов. Ух ты! Похож на какой бочонок стоит, и он такой же. А это, слышь, а почему ты такой красный-то? После парилки или сгорел? Это мой друг. Твой друг такой, ничего себе. Ну, я не знаю, я не люблю вот таких людей. А мой тренер по качалке. По качалке, ну, что-то я не люблю слишком накачанных людей. Это уже чересчур, мне кажется. И он что, обгорел на солнце? А где солнце-то? Наверное, от стероидов все-таки. А, еще стероиды принимать? Ну, смотри, по-любому же стероиды, как он такой огромный. Ну, зачем? Для чего? Показать себя, какой он красивый. Ну, мне такие мужчины не нравятся, не знаю. Ну, пусть будет, да, поставлю тебе 7 баллов, довольствуйся. А, испугался. Или комментируешь, что ты там увидел-то? Интересно, кто-то тебя... разоблачил. Удивил. Или что-то нет. А чего разоблачать? У него прическа нормальная. Все застегнуты в беленькой рубашечке. Ну, конечно, кто-то там его поднакачал, по-русски сказать. Но... Чем поднакачал? Я его поднакачала разговором каким-нибудь. Или кто-то там раздетый стоит. Или кто-то зашел страшный. Он говорит... Он, наверное, знаешь, он увидел от его. А, вот может быть его. Но реакцию, если на этого мужчину, то такая же, как и у меня, когда я увидела, я сравнила с бочонком его. Так что, ну ладно, ты это удивляться умеешь, ставлю тебе 8 баллов. Тимаят. Наша забайкальская маята. Так, ну это похож на какого-то чеченца. Чё, в черный во всем оделась. А этот в маске? Ковид? Да не, не смотри налево. А, налево не смотри, направо смотреть. Так, ну, ой, бородка ваша, как чеченцы ходят. Это шапочка такая же в черном. Лучше, знаешь, ты кто по национальности-то? Если русский, то зачем все это надо? Делай уж, как русские парни делают. Это модно же с броней, с бородой ходить. Ну, не знаю, кому-то нравится, а вот мне, например, не нравится. Я свое мнение высказываю. Мне борода не нравится никогда. Я всегда хочу, чтобы все были чисто побритые, и чтобы никаких микробов не было и не заразились. Ну, ладно, так и быть, ставлю я тебе 6 баллов. Отлично, смотрим дальше. Ты его уже видела. Я уже видела уже. Видео. Бахнув пельмени. Но если один раз наешься пельмени, то такой живот не будет. Это он каждый раз, если есть, и ест. Это года 2 он ел. Или сам уже вижу лицо-то его. Он, значит, как бы надувает специально живот. И с такой этой жирной улыбкой, полуулыбкой. Ну ладно, меньше ешь пельмени. Не надо ставить, сколько да, баллов? Да, и можно ставить. Ага. А это кто такой? Это кто-то. Он пострелял уже, пострелял в цель, не попал. Решил себе показать. Маску надел современную, за сколько же он ее купил. Зубы показать, испугать кого-то хочет. Или выделиться, конечно, может, хочет. Ну, не знаю, мне как-то... Да, сейчас всякие разные встречаются люди. Кто выделяется... Кто, например, пугает кого-то, кто-то вообще просто так, для прикола это делает. Но ничего, сколько же тебе поставить баллов-то, милый человек? Ладно, ставлю я тебе по твоему лицу, хоть его и не видно, зубы одни торчат в маске, и глаза прищурены. Чего ты, не видишь меня, что ли? Я тебя вижу. В общем, ставлю я тебе 5 баллов. Окей. А ты кто, девочка или мальчик? Ну, наверное, мальчик. Сделал химию, как у меня же. Да, кстати, у него прическа, как у тебя. Да, как у меня. Ну, у меня короче прическа. Покороче, чем у тебя. Ну, ты, может, это, прячешь глаза за этими за этой прической. Специально, чтобы тебя не увидели. И опустил глаза вниз.
Надо смотреть прямо в глаза, если тебе нечего скрывать. Так что, ну, так-то ты красивый мальчик, конечно, но прическу нужно подкоротить, чтобы ты был на мальчика похож, а не ни оно и не девочка.